Мемориальная доска в память о погибшем в ходе спецоперации щелковцы Феликсе Сергеевиче Янушевиче установлена на фасаде дома, где он жил. С этой инициативой выступил глава округа Андрей Булгаков. На Заречной 5Б собрались родные и близкие гвардии сержанта Феликса Янушевича, его сослуживцы, сотрудники администрации округа и депутаты окружного совета, члены общественных организаций, юнармейцы. Он был заботливым отцом, лучшим в мире мужем. Он стал для меня самым лучшим в мире другом. Я благодарна всем, кто пришел. Знаете, как говорил Феликс, за ВДВ я русский, и я буду идти до конца. Я желаю каждому любить так, как любил он. Феликс был примером мужества, как говорится, знаете, человеком с большой буквы. Да, добрым, отзывчивым. Я общался с его супругой, с дочкой, с папой, с мамой. Знаете, про таких людей говорят, это душа России. Воспринимал очень ответственно любую поставленную задачу, будь она учебная или боевая. Его подвиг стоил жизни. Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы жили с вами. Дальше продолжали жить. Мы обязаны жить счастливо. Много хорошего мы с ним пережили, плохого. Самый близкий, преданный друг, один на миллион. Младший сержант Феликс Янушевич восстанавливал обеспечение связи, стратегически необходимое для успешного хода спецоперации и спасения людей Донбасса. Погиб наш земляк от ракетного удара противника по нашим позициям. Указом президента Российской Федерации гвардии сержант Феликс Янушевич посмертно награжден орденом мужества. Память о проявленном мужестве будет хранить теперь и мемориальная доска на фасаде дома героя.